Привет, друзья! Сегодня 13 ноября 2017 года. Это шестая победа. Сейчас я вас познакомлю с памятным камнем, который поставлен в честь 17-й воздушной армии. Кстати, моим постоянным зрителям, кто смотрит мой канал, вы вчера видели, я выложил видео, опять же, это 17-й воздушной армии самолет, который установлен на жилмассиве Солнечный. Вот. А на шестой победе здесь есть памятный камень. Сейчас я вам его покажу. Сейчас подойдем поближе и прочитаем, что на нем написано. Итак, читаем. В память про мужність та героїзм воїнів-авіаторів 11-ї червоно-прапорної гвардійської винищувальної дивізії 17-ї повітряної армії, що особливо відзначилось у боях за визволення міста від німецько-фашистських загарбників у жовтні 1943 року. Дивізію було нагороджено орденом Богдана Хмельницького, та вона стала іменуватися Дніпропетровською. Бо як? Вот такая прославленная дивизия в составе 17-й воздушной армии. Кстати, переходите по ссылочке, которая появится вверху, и смотрите памятник самолет на Солнечном 17-й воздушной армии. Вот такой памятный камень установлен 11-й красногвардейской истребительной дивизии в составе 17-й воздушной армии. Если вам было интересно это видео, ставьте класс, делитесь им со своими друзьями, переходите на мой сайт yuadnepr.com. Там я сделал полный видеокаталог всех памятников нашего города. Пока!